мой поклон. Рискнут и сунуть нас в чужой район. Пал твой трон, статус-кво обновлен. Сменилась эра, подключили все нашу телесеть. Камера мотор, эфир через 3, 2. Начинаю шоу. Самое время обсудить одного оленя, который 7 лет пропадал где-то, а теперь вышел из тени. Хоть кто-нибудь заметил, хоть кто-то скучал, не переключайте канал. Итак, радиодемон восстал. В чем состоит хитрый план? Как отразиться на жителях? Видите ли, можно расслабиться. Он аутсайд, реликтовый, не хотел раздувать конфликт, но он дружлив и беззащитен. Примите как истину моих зрителей, не переманить ему. Я колоритен, он невыразителен. Не стоит демоны плевка. В мостах трендить о пустяках. Сидел впредь бы в отпусках. Ведь не в тренде как-никак. Он на радио застрял, у нас видео мы правим бал. Я вертел его на медленном огне. Без него приятнее ад, где он был, да нам насрать! Всем салют, я крайне рад быть на волне. Так давно вам не вещал профессионал. Ощущайте контраст, вечер для вас. Лишь хрипеть гораздо. Всяко лучше, чем вульгарный, скучный видеоподкаст. Да сейчас! У Вокса проблемы, подвержены веяниям. Меняй темы и форматы без результата. Хорош трещать-то! Непонятно, что бы это завтра. Я обгоняю время, он какашка динозавра. Похоже, Вокс не столь силен, извне берет подпитку он. Без других букв В он не авторитет. Вот бред! Припас вам фактик на десерт. Звал меня, он твой совет. Ну нет! Отказал я, он обижен, вот секрет. Да подоб не хрыть, сейчас побабучишь. Опа, телевизор глючит. Ты покой! Очень жаль, сигнал потерян. Начнем. Отныне это будет мой район. Есть прием. Пробил час. Твой статус-кво не слабо я потряс. Ждет потеха нас.